Пук-хрюк, 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 пук, пук-хрюк, пук-хрюк, пук-пук, пук-пук-хрюк, пук, пук-пук-пук, пук-хрюк, пук-пук-пук-хрюк. Привет всем. Здорово. Заработала фадопуэр, заработала. Может быть, это связано не с твичом, а с моим интернетом, но, если честно, сомневаюсь. Типа я менял серваки туда-сюда. Одичал сейчас без стрима? Не. Хрюкти-пухи. Так хрюки-пухи — это моя жизнь, блин. Что значит начал? Я никогда не прекращал пухать-хрюкать. Ты знаешь, что я сегодня сделал, фадопувер? Я за день апнул себе... эту штучку. Улов. Для Райден. Сам улов и R5 у него. Я просто регался ко всем в миры. Ну, плюс маленько там у Ксюхи пособирал еще. Рыбку. Блин, в Геншине куча людей, которые тебя просто так пускают. И более того, очень много разговорчивых людей. Конечно, кринжманов тоже там нормальная такая пачка.
Я залетел к какому-то челу с ником Хиличурка. Я так понимаю, это отсылка на Хиличурла. И он мне написал, когда... О, круто. Штучку дали балдежную. Он мне написал, когда я к нему зашел в мир. Привет. Ты кто, мальчик или девочка? Я мальчик. Ну как мальчик? Парень. Но можно сказать и мальчик. Я такой, привет, я мальчик. Он говорит, мне 14 лет, а тебе сколько? Я из Крыма, Симферополь. И он меня просто донимал какой-то херней. Задавал вопросы, но я просто отвечал на них односложно. Чтобы не расстраивать ребенка. Но это был очень странный экспириенс общения. В какой-то момент он просто перестал. А потом он меня добавил в друзья еще. К сожалению, пришлось заявку отклонить при всем уважении. Ну, наверное, это прикольно, что дети там играют, знакомятся. Я бы тоже пофармлю, но лень. Топовое копье для этой. Для Райден. Я бы советовал тебе это сделать. Но требует какого-то времени, да. Какого-то времени это требует. Мы сегодня презентацию посмотрели в Дискорде. Сидели, балдели весь день, болтали Фейдапуэр. И Ксюша, она плакала. Говорила, где Фейдапуэр? Куда пойдет Фейдапуэр? Но пришлось сказать ей, Ксюша, Фейдапуэр не придет. Он ушел за сигаретами и не вернулся. Зря, наверное, скушал. И я что хочу сказать, на удивление, дискордовские посиделки, так, сейчас сек, мне нужно, у меня убит делириум, да, но не хаш, мне нужно на хаш, я иду на хаша. Моя цель это хаш, а потом сундук наверх, хаш, сундук, все, это моя цель. Что хотел сказать? А, короче, вот весь день болтал, сидел в дискорде с ребятами. И такое настроение хорошее. Я прям запустил стрим и такой прям ух. То есть я прям сижу и я балдею, мне прям нравится. То есть я не чувствую ни малейшей душки, ничего. Хотя днем сегодня небольшой напряг у меня был. Жизненного типа. Блин, эту штучку можно было бы взять, но наверное не буду. Привет, Визер, здорово. Плюс 50 к появлению шанса ангела выше... Да, беру 100%. 100% беру, хотя... Та штучка, которая... дает бимбы с монеток, тоже довольно крутая. Зажигалка, к сожалению, нет. Я планировал 12 этаж бездны... О, я вообще про 12 этаж пока не хочу думать. Разбил ему сердце, ты был его первым другом. Да и не думаю. Дочки, не чувствую, что меня не было. Да не, я прям реально, я прям очень легко себя чувствую. Не знаю, как это описать. То есть последние парочку стримов я прям запускал, и мне было тяжело распердеться. Где-то я прям сидел, начинал там, не знаю, зевать, по сторонам посматривать. А сейчас, то есть я сейчас бы просто с кайфом сидел и играл в Узика, как мне кажется. Хз. Если вы так будете собираться, то я сдаю. Да я думаю, это была единоразовая акция, откровенно говоря. Я не думаю, что мы будем часто собираться. Не думаю. Ну, свинство, что я получил урон. Ну ладно, красный ключ дали. Урон не должен был получать. Моделька большая. Так, надо ключ потратить сразу. Сюда нельзя, тут секретка, значит. Так, это заряд до ключа. Сколько зарядов? 4.
Блин, я на хаша спешу, вот в чем проблема. Ладно, тогда я буду юзать ключ только в самом конце. Чтобы не растягивать. Хотя, с другой стороны, что растягивать? Меня еще и босс-раш не убить. Слушай, я бы еще и на босс-раш сходил. Но ключ, он прям говорит тебе, давай медленно. Никуда не надо спешить. Не буду какашечки ломать, наверное, всякие. Да блин, Белинский. Так, быстрым взглядом, профессиональным, осматриваю территорию. Не вижу, где может быть. Я, честно, забыл опять, как искать. На краешке. На краешке, чтобы промежуток был с двумя. Ну ладно. Сделал фигню, скорее всего. Не помню, как одиночные искать. Вот не помню, и все, делайте, что хотите со мной. Надо реально еще раз видик посмотреть, скорее всего. Потому что я просто забыл. Надеюсь, прок не дьявольская. А то ангельская сильно отложится у меня. Ой, спасибо, это мир победил. Ликует денисовский сабкэт JEM. Пластмассовый мир победил, ликует. Спасибо, а как ты это сделал? Не работает же нифига. А, через карту мир ты это сделал? Жесть. Так можно? А, нет, тогда не понял. Оно само. Окей. Ой-ой. Так может, нет никакой проблемы в том, чтобы... Хотя нет, вообще есть проблема в том, чтобы сабаться. Я прям сегодня сидел на стриме у орк-подкастера немножко, а лот смотрел. Ой-ой. И он эту тему обсуждал. Чуть-чуть буквально я там застал ее. Но он обсуждал о том, что сабов-то в России, скорее всего, больше не будет. И я так понимаю, не потому, что люди не хотят поддерживать, а потому, что у людей возможности просто такой нет. Такой возможности, как сабаться. Но вот ты засабился, кто-то еще не... А, ну недавно Дэнни засабился, Дэнни это другое. Да и никаких проблем с сабом быть не может, но с другой стороны. Да, минус терза вообще отдушило немножко. 26 терзы, надо терзы поднять. Ну спасибо, 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 добро. Сапки — это самая большая поддержка. Хотя не самая большая. Не знаю, я не сформулировал свои позиции по поводу... Ой, подождите. По поводу поддержки, так сказать. Мне кажется, поддерживать можно и без саба. Это мне... Когда кто-то сабается, я такой, типа, спасибо. Но, наверное, можно было бы и не сабаться. Единственный плюс сапки в том, что вы поинты быстрее фармите, но там такой маленький бонус. Мастер нахождения ультрасекреток, даже не заметил. Да, я... А, как... Мастер нахождения. Слушай, она была на уголке... На уголке от обычной. Ага, то есть она на уголке от обычной. Все, теперь я понял. Так, ребята. Мои штаны полны радости сейчас. Это очень жестко. Это супер топ предмет. Мне нужно ускориться. Мне нужно сильно ускориться, потому что я хочу на босс раш. Ой, блин, ну зачем я посмотрел на карту? Ладно, ничего страшного.
Я ускоряюсь. В общем, да, позицию по сабам я не могу сформулировать свою. Это приятно, но я понимаю, что на самом-то деле мне не менее приятно, если вы просто заходите и болтаете со мной. Потому что иногда я сижу такой и откровенно начинаю залипать. Но это, наверное, от игры зависит в том числе. Как вот с Айзеком был несколько дней назад, когда я его 2 часа постримил, мне реально было тяжело его стримить. Я прям сидел и думал, типа первая половина стрима прям тяжело шла, а потом что-то мы стали немножко болтать, мне стало даже полегче в него играть. Но осадочек остался. Хотя вот сейчас я вообще с огромным кайфом запускаю. Меня в Айзека вот очень сильно не мотивирует, а как очень сильно появляется желание играть после того, как я видики на ютубе вижу. Я их уже перестал смотреть, потому что их почему-то меньше стало внезапно. Зато у меня сейчас весь релейтед ютуба, знаете в чем? В аниме опенингах, блин, после теста. Там такое количество, закачаетесь. Так, даже заходить не буду, да? У меня же, по идее, плюс 50. То есть у меня сейчас перекачается вся темная в белую, да? Или нет, непонятно. Но, в общем, иногда все-таки всплывают. Я их не смотрю, но я наткнулся сегодня или вчера, не помню. И посмотрел буквально, не знаю, минуты. Там просто превьюшка была такая супер прикольная. Там была превьюшка, где чувак, ну, типа, просто самые крутые шмотки поставил на экран. Типа вот этот буст на 400% из ангельской Sacred Heart. Какие-то там еще штучки. То есть просто типа супер сильный предмет. Я думаю, нифига себе его нападало. Посмотрел буквально минуту, и мне уже захотелось в это поиграть. Просто понаблюдав немножко за тем, как другой человек в это играет. Хотя иногда, конечно, ты заходишь в узика. Ну, я уже говорил, это связано, наверное, с тем, что шмотки иногда плохо выпадают. Потому что иногда бывает один плохой ран, и все. Мне нужно какой-то план Б всегда на стриме иметь. И какие-то перекаты. Вот сейчас у меня есть план Б, если что. У меня лежит на полке, так сказать, план Б, который я еще вчера купил в магазине. Официального типа. Дискового. Дискетного, я бы даже сказал. Ну, вчера получилось так, что Геншин меня прям супер жестко съел. Ну, я и кайфанул, откровенно говоря, чего уж там. Ну, я такой уставший был после вчерашнего стрима. Просто потому, что за Геншином время, во-первых, быстро прилетело. Я 6 часов вчера отстримил, ну, практически, там чуть меньше вроде. И время так быстро пролетело. И я настолько был вовлечен, типа, в Геншин, в происходящее, что усталость я ощутил только после того, как офнул. Я ж после стрима хотел пойти порыбачить вчера. Но я начал рыбачить, и я понял, что я прям сейчас упаду и усну. 12 минут вторые пещеры, блин, да супер ускорится. Но золотую не нашел, блин, блинский. И секретку хочется найти еще, ультрасекретку. Ладно, при всем уважении к ключику, я попытаюсь ускориться все-таки. Ключик это, конечно, круто, и хочется его реализовать. Но у меня довольно неплохие предметы. Чтобы влететь в босс-раш и всех попустить. Терзы вот надо чуть-чуть буквально еще. Блин, тут босс, да, без этого. Без золотой. Ну, золотой надо искать идти. 6 минут. Ну, походу, я нифига не успеваю, да? Может быть, я найду карту какого-нибудь имперера и улечу потом просто на торпеде к боссу. Надо, короче, знаете, что сделать? Надо придумать какие-нибудь плюшки для сабов.
чтобы от сабов был реально какой-то прок. Помимо, ясно. Не хочу это брать. Оно вроде не очень хорошо работает. Может быть и хорошо, но я не уверен, ладно. 6 минут. 6 минут, чтобы пройти 2 этажа. Ну, вообще... Похоже, что я не успеваю нифига. Басраш, хаш, мега стена. Да, вообще, да, да, через сундук я хочу. Такой план. Через мастер-хат само. Да, ну, конечно, мне надо Т3-сапку оформить. Не, это не был байт. Это не был байт. Блин, наверное, может быть, надо было оставить. Особенно в условиях... в условиях того, что это просто до меня не дойдет. Скорее всего, никак. Не, один фиг приятный, когда сабуются. Тут как бы, ну, довольно очевидно. Просто я чувствую себя немножко неудобно, наверное, даже от этого в корне смысле. О, найс, 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 найс. Holy Shield, хорошо. Ну, да, тут я, короче, уже точно не успеваю. Ну ладно, попробую на хаш успеть, ничего. Бусраш, бусраш. Ну куда я тут уже, да, 15 минута. Разве что начать дико-дико рашить. Блин, там же так-то маловато вообще. У меня, конечно, есть грипп, который мультиплает, но у меня нихера нет терзы. То есть довольно медленно босса умирают. Малютка, на! Съешь бимбу. О! Надо было раньше этим заняться. Эх. Надо сундучки вскрывать. Золотым ключом-то. Да все, так быстро. Ключ не взял, ничего страшного. Даром, Рокчан. Обычно крутыми смайлами завлекают, но это очень дорого. Да и тут не дело в том, что завлекают. С смайлами, ну, типа завлекают, это не то, о чем я говорю. Типа я, мне нужно какую-то преференцию придумать для сабов. Ну типа саб дня, например. Ну нафига этот саб день нужен, если вы можете за 15 тысяч игру заказать? Просто если я еще и саб день добавлю, я просто в этих играх задушусь жестко. Из поинтовых игр, из сабденских игр. Но какую-нибудь фигню для сабов можно было бы придумать. Вот какую разве что. Вопрос хороший. Можно было много чего придумывать. Я ничего не придумывал. Я сижу и такой, так, ну было бы неплохо что-нибудь придумать. Сколько я уже пытаюсь выдумать, как мне изменить поинтовое, чтобы оно работало лучше. Потому что иногда я душусь. Ну, мне кажется, с... Не знаю, с месяца третьего стриминга. Ну где? Кто? Ага, вижу. О, сопля, найс. Блин, сопля имба. Надо брать соплю, надо брать соплю. Хотя... Ну блин, ладно, я буду надеяться, что прокнет еще одна английская. Красный ключ вообще не использую, да, это правда. Но я спешу, и я все еще надеюсь, вдруг получится. Но шанс, конечно, просто минимален. Я уже даже, наверное, скипну на этом этаже золотую, если не найду. Просто дальше пойду, вот я не нашел. То есть мне надо будет сейчас успеть на мать за 2 минуты, еще убить мать. Еще и босс вот этого убить. Ой, какой хороший босс, червячок просто. А, нет. Ну-ка, может быть так?
Фиг знает. Ну да, сейчас только 2 минуты этого босса буду бить, походу. Он толстенный и минус все шансы. Фак. Блин, вот если бы не минус терзы, который я с таблетки словил. Как после этого есть таблетки? Ну вот я съел таблеточку один раз в своей жизни. И она меня сразу обосрала. Причем жестко обосрала. И надолго. Файвер закрылся. Для россиян так все вероятно, что с мамой теперь можно за бутерброд заказывать. Да и... В моем окружении есть люди, которые рисуют. Я бы мог попросить. Типа за какую-нибудь... За реально за бутерброд. Преференция — это почти всегда сортов завлечения. Если не в негативном, да я понимаю, что не в негативном. Можно попутать для саба в каких-нибудь простых дешевых играх с мультиплеером, что-нибудь типа Worms и т.п. Я видел, что делают PvP дни, но мне кажется, что это не очень... Не очень удобно просто банально делать. Типа, сама идея, ну, нормальная, приколдесная. Но есть много нюансов. Во-первых, ну, сейчас ты банально просто половину игр не... Ну, просто не приобретешь. Каким-нибудь, не знаю, что там есть такого компетитивного, так скажем. Какой-нибудь там, не знаю, Golf, With Your Friends... Игра про голых мужиков, которые друг за друга цепляются. Поняли, какое? 20 секунд, но я не успею, да. Вдруг успею, но... Попробую бомбу забузить дико. Блин, очень хорошие предметы, но как же заруинила таблетку? Ну я не буду таблетки больше, когда есть. Блин, не хватило писечки времени, вот реально писечки. Где-то чуть меньше затупов просто и все. Супер писечки не хватило. Еще и спешил, и все шансы просрал себе на... Клавагонки? Ну для клавагонок... Что, ну, что это такое? Спасибо за сапку, давайте в клавагонку сыграем. Ну, это жижа какая-то. О, привет. О, привет, Вовбум. Так, Вовбум. Быстро, быстро рассказывай. Как дела в Геншине? Мы сегодня смотрели презентацию все вместе, играли в Геншин потом, 5 часов. Ух ты. Тебя я не наблюдал, ты что, не геншинистка? Даже Ника зашла в Дискорд сегодня и сказала, я скачаю, возможно, Геншин Импакт, представляете? Извер, ты реально, ты последний человек на земле, который не скачал Genshin Impact из конфы. Ну, Ченки, наверное, я не знаю, Ченки не играет вроде в Genshin. Но, может, играл, надо будет спросить. Надеюсь, на хаш что-нибудь выпадет. Если ничего не выпадет, я просто не убью его, скорее всего. Линзы телескопа, круто. Слушай, вообще линзу телескоп можно было бы взять, да? Ну хотя сопля лучше-то. Сопля же лучше. Хоп. Пук.
Пук, хрюк, пук. Блин, и ключ этот красный с собой до сих пор таскаю, не юзаю. А тут уже можно было бы поюзать на самом деле. Фу. Так, вагонки, количество подписчиков уменьшилось вдвое. Привет, Ника. Мне пришлось заново начать, так что сейчас только 8-й ранг приключений. Ну, нормально, кстати. Можно не спешить, времени много. Согл, вообще согл, реально. Играл в Эйб, а что такое Эйб? Которого Woodworld? Да, в Woodworld я играл. Я и в новый Woodworld играл, который... Он эксклюзивно вышел или нет? Но я на консоли играл в него. На пятерке вроде. Так, можно не спешить, да? Так надо пойти тогда... Понажимать ли... О, лесенка. А вот и лесенка. Ага, тут нету. Слушай, а может быть лесенка внизу? Вообще в теории может быть. Почему бы и нет? Там может быть микролесенка. По идее, вот тут. Не может быть, да? Подбирается пикапы, круто. Сейчас, может, в ультраселедке что-то найду. Начать заново это да. А чем ты заново начала? Ты же вспомнила вчера пароль, ты говорила. Или просто тебе проще вкатиться с нуля, чем вспоминать, что уже было. У меня так самому всегда. Я когда в ММО возвращался играть после долгого перерыва, я думал, пойду просто создам себе нового персонажа и с нуля вкачаюсь. Расчехлюсь там пока, раскликаюсь. Чем брать своего старого персонажа какого-то, который когда-то был на капе. Мне всегда было просто качнуть нового. Неудобно получится, если я дропну Геншин завтра, например, скажу, ребят, я больше не играю. А в EGS есть, не уверен. Пон. Не без сделок, которые я уже видела, и квест, который уже проходила. Ну, не без этого, да. Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Это что такое? Это прям вторая часть Crash Bandicoot? А ты Insane Trilogy не заказывал, разве? Блин, Фотопур заказал бы Insane Trilogy. Не мое, блин. Или ты хочешь прям оригинального, так сказать, посмотреть? С плоечки. Так она оттуда. В смысле оттуда? В смысле, ты заказал этот, что ли? Ты заказал вторую часть из Insane Trilogy? Так можно просто Insane Trilogy заказать. Всю сразу. Ну, да-да-да, тогда справедливости ради я в первую, так, скорее всего, поиграю. Ну, короче, раздуплимся ближе к тому, когда она будет выпадать. Что там запускать, оригинальную, неоригинальную. Так, микролесенка вот тут есть. Может быть, вот здесь, да, в теории? Не может быть, и тут не... Нет, если тут, то не там. О, вот лесенка. Вот тут может быть. Не может быть. Или может быть, может быть. Так, окей. Вот тут микролесенка. Но мне повезло. Пакет с кровью. Спасибо, папаша. Может было ей что-нибудь повкуснее бы дать мне, конечно. Блин, 4 минуты осталось. Что-то я это погорячился, мне кажется, с тем, чтобы не спешить. Что это за тварь? Так, этого босса я в первый раз в жизни, мне кажется, вижу.
Да капец, блин. Чё он столько какает? Не какай. Писец, это что такое? Блин, раны, где нужно спешить, такие говняные всегда. Я слишком быстро обрадовался. Мне реально выпал хороший предмет мухомор, но это же не имба, которая в соло тащит. Я начал спешить, но на самом-то деле это не тот предмет, с которым надо бежать вперед, роняя кал. И все довольно плохо получилось. Какой смысл ему так делать? Там же квест лишь символический, сюжет только нет, а кнопки потестировать в любом месте можно. Согл, во-первых. И, не знаю, не могу это объяснить. Ничем не могу это объяснить. Вот мне всегда как-то приятнее на душе заново начать. Ну, всегда было. Последние два патча я влетал, например, в на своего мейн-персонажа. Может потому, что у меня не было особой привязки к персонажу, потому что я не играл никогда в... Опять же, в тот же Вов много. То есть я играл, может быть, месяц-два, но супер казуально. Прям адекватно что-то нажимать кнопки и пытаться там как-то трайхардить, рейдить. По мере возможности. Я начал буквально последние лет 5. Ну, грубо говоря, там уже года 3 назад, 4. И вот мои последние заходы в World of Warcraft я почти год там отыграл, или полтора, до этого полгода играл. И вот там я уже на одном персонаже начал играть. А чем это объяснить? Вот не знаю, честное слово. Почему-то так у меня... Логики в этом никакой нету, согласен. Блин, 2 минуты. Я из-за того, что перестал спешить, я зафакапил себе еще и этот. Еще и хаша. Ну хотя я на хаша сдохну просто. Ладно, хрен с ним, с хашем. Я на хаше просто реально сдохну. Ну-ка в сундук. Сундук пройду и все. Это мой максимум, я думаю. На сегодня. О, лесенка потенциальная. Го, открою. Не стал чекать левую комнату. Там мог быть проход дальше, который лесенку бы сломал. Но не прогадал. Хрен с ним, с хашем, реально. Тут я просто ничего на нем не сделаю, скорее всего. О, второй заспавнится? Да, кек. То есть можно 2 мидбоев за игру собрать, я не знал. Забавная фигня. Если 1,5 часа, то я бы вторую хотел. Пон. Ну там не 1,5, я не знаю, сколько там. Это босс просто с СМБ приходил, который какает, может быть. Интерфейс очень плохо адаптирован под ПК, половина действий выполняется только мышкой. Я бы не сказал, что он под геймпады хорошо адаптирован при этом, Fight Player. Ты если поиграешь на геймпаде довольно много, ты увидишь очень много странных вещей. Вот реально странных, которые не должны так работать. Например, если ты нажмешь на кнопку «Сравнить артефакт текущий с другим», если ты играешь на клавиатуре с мышкой, там будет кнопочка «Сделать типа назад», убрать вот это на полэкрана сравнение. Но на геймпаде такой возможности нет. Если ты включил вот это сравнение, оно будет на полэкрана. Если ты нажмешь кнопочку «Назад», он тебе закроет все артефакты. Типа... Не знаю, насколько я хорошо объяснил, но это супер тупо и супер неудобно. Стройка? Ну, стройка это отдельно. Там, типа, стройка с геймпада это просто пытка. И не знаю, что чуваки делают с мобилки там, в стройке. Наверняка что-то еще есть, но в голову сейчас не приходит. Я тоже играл довольно лайтово, не спеша, но именно поэтому мне сложнее было возвращаться в некоторые игры и начинать с нуля.
Ну, у меня почему-то... В Вове не было ощущения мейна, типа, не было привязанности к персонажу. И поэтому я каждый раз начинал за нового и думал, вот этот персонаж будет моим мейном теперь, официально. То есть я буду играть на нем 90% времени. Я выформлю на нем все ачивки, потому что у меня такая шиза на ачивки. Хотя в Вове ачивки, если что, не кросс... на кросс-аккаунт у них. То есть если ты сделал ачивку на одном персонаже, это пойдет тебе в защиту всего твоего аккаунта. Но не в защиту конкретно на этом персонаже. То есть ты откроешь достижение, будет написано, что это достижение выполнено, но будет написано, выполнено таким-то персонажем. И мне это дико бесило. И я такой, так, стоп, нет, я хочу себе на этом персонаже, чтобы это было. Я одни и те же ачивки раз за разом делал. Хоть всякой фигнёй Майлз, честное слово. И возможно, я в World of Warcraft вернусь. Не на актуал, потому что там, ну, проблемы с оплатами. А на другой, так сказать, фановый сервер. Фановый сервер локальный, так сказать. Да и не World of Warcraft вообще, а так. Игра с похожими названиями. С UI, с UX у них большие косяки. Что такое UI, UX, не понимаю. Я был привязан к персонажу, к его вещам и золоту. Ну, может быть, у меня очень сильно просто в моей голове романтизирован образ типа твоего персонажа в World of Warcraft. Вот какими там истории слушаешь про чуваков. Типа, вот, я играю на воине с классика. Всегда на этом персонаже играл. Вот у него там куча старых ачивок, куча старых шмоток я храню. И ты думаешь, блин, как круто, у персонажа целая история. Этот персонаж с тобой столько прожил. И поэтому мне хочется тоже такого персонажа иметь. Но каждый раз я начинаю заново, а, например, проходит там 2 года, я прихожу и думаю, ну и что у меня на этом персонаже? Ну что-то есть, что-то я там делал, но я уже не помню, что я делал. Мне проще начать заново и проконтролировать все, что я делал с самого начала. У меня то же самое, например, с играми. Если я возвращаюсь в игры в старые, в соло-игры. Например, ну какой пример возьмем? Death Stranding, например. У меня сейвы с Death Stranding, скорее всего, на моем компьютере все еще находятся. Я прошел там 8 глав, кажется. Ну, короче, я прошел почти второй регион, и остался только третий мне. Остался только третий или четвертый, не помню, короче, врать не буду, но осталось реально мало. То есть процентов 80 я прошел от игры, по моим ощущениям, может быть 75. Но в какой-то момент я сильно устал, потому что я делал все сайды, мне нравилось ходить... каждый сайт доставки выполнять, прокачивать, мне нравилось дорогу, я хотел фулл магистраль построить. И поэтому я от игры устал и взял большой перерыв и не вернулся в игру. И я-то примерно помню и сюжет, и что там происходит. Но когда я вернусь в Death Stranding, а я скорее всего вернусь, я вот даже на днях думал залететь в него, поиграть, потому что наткнулся, как чуваки тоже там начали влетать в него. Я начну заново, просто потому что мне так будет комфортней. Я опять буду выстраивать какую-то логику менеджмента ресурсов на разных базах. Я снова буду заниматься тем же самым, чем занимался, но... Мне так комфортней. Мне так всегда комфортней. А с чем это связано? Не знаю. Вот не знаю. Хотя логичнее было бы просто взять груды пройти, да? Или просто продолжить на своем сейве, потому что в тот сейв я вложил большое количество времени. Там часов, наверное, 100. Я там на... Ну, если кто-то играл в Death Stranding и знает, что там за карта, там на второй карте открывается возможность построить большую магистраль. Я построил ее процентов на 80. То есть я реально там целыми часами просто таскал эти дурацкие ресурсы, ждал их респавна.
Опять их таскал. А она же эта дорога еще портится. Я ее отстраивал заново, чинил. Там, конечно, прикол в... Блин, сейчас умру. Зря, наверное, прожал, ладно. Там ведь прикол еще... В... мультиплеере такого типа... Типа как в... Dark Souls. Ну, не совсем в Dark Souls. Ну, там такой своеобразный мультиплеер, то есть у тебя кросс-мир может быть с другими постройками игроков. Типа другие игроки могут твои постройки улучшать и пользоваться ими в своем мире, они там будут рандомно спавниться. Но я играл... у меня игра на диске была. На диске без подключения к интернету, так скажем. Молоко хочу взять. Но у меня нет ничего, чтобы это работало. Ну, может найду, не знаю, ладно. Просто у меня такие дерьмовые слезки. А, сопли, с соплями нормально будет работать, кстати. Наверное, наверное. Вообще, может, я погорячился, конечно, взяв. Ну просто мне мои медленные слезки. Я в тильте с этого. Как в начале рана у меня минус терздаун дали, я все. Я там и умер где-то. Внутри. Так что там Ника чем-то хвасталась, или что, или как? Что-то нарисовала? Или что, да я посмотрю. Улитка, господи Иисусе. Ну, она прям, там прям видно, что у тебя влажная рука от улитки. Мех. Не знаю, улитки это не милые существа, мне кажется. UI UX это User Interface, User Experience. То, что касается дизайна интерфейса, включая удобство пользования. Понял, понял. Говно, да, это true. Ему уже где-то месяц, в плане... Им 2 года, но мы их у взрослых забрали. Штук 60 мелких улиточных яиц. Ой. Ой. Не знаю. Я бы не хотел, чтобы улитка у меня по руке поползла. В них наверняка можно что-то найти, но... Я к таким, к более дефолтным домашним питомцам привык, типа кошечек, собачек. Мне насекомых я не очень люблю, в принципе. Улитка это же насекомая, да, скорее всего. Найти бы какой-нибудь еще прок себе. Типа сопли. Может вторую соплю. Но просто я, наверное, и убью, если он не супер сильно будет. Головоногая? Это типа другой тип? Блин, не шарю, кстати. Не шарю. А куда делся чел? Умер? А вот он. Ай. Улитки могут прикольно выглядеть. Но не улитки, а вот все вот эти такие мерзкие, скользкие чувачки, например, в Наруто. В Наруто у одного из главных персонажей огромный слизень. И он прикольно выглядит.
Но это, пожалуй, все, что в нем прикольного есть. Насекомые, всякие мухи, комары, чем литка на них похожа. Ой, блин, геймпад отключается. Провод плохо работает уже. Хз, я, если честно, не знаю, я просто подумал, на кого ближе всего похожа улитка. Я подумал, это насекомый, наверное, какой-то. Может, на какой-нибудь там жук, я не знаю. Откровенно, о таком даже не задумывался. Так, может ли быть где-нибудь тут? Вот тут может быть? Нет, вот тут может быть? Да, нет, да, нет, да. Карта, карта. Тут нет. Ну тут да, в теории, давай сделаю. Господи, ты кто? Дай сундучок. Свин. Надо его травить аккуратно. Оп. Сундук, 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 дай сундук. Не дал. Это брюхоногий моллюск. Окей. Короче, улитка — это моллюск. По-простому. Есть же какой-то обобщенный тип? Как, например, вот все мухи, все комары — это насекомые, там, всякие муравьи. Типа, наверняка они там как-нибудь отличаются между собой. И у них какие-то типы есть. Ну, типа, самый обобщенный тип у улиток — это моллюски, да? Брюхонога. Так брюхонога или моллюск? Царство? Ну да, царство. Я, если честно, в биологии так себе. Я, если честно, ну, так себе во всем. Шприц. Шприц брать не буду, нужна сопля. О, если я возьму... Ладно, я не буду это брать, это, скорее всего, будет вообще супер трэш. Или не супер трэш. Как это будет работать с слезой Людовика? Шарите? Зикиристы, бывалые. Будет прек или будет тупокал? Брюхоногий моллюск. Блин, что за отстой? Что за приписка брюхоногий? Почему он просто может быть моллюск? Царство животных или что? Да я даже не знаю, как это называется. Но я привел пример же. Вот есть муравьи, комары, мухи. Вот они — это насекомые. Без углублений. Как обозвать без углублений улитку? Мне пишут брюхоногие моллюски. Потом пишут моллюски, потом пишут брюхоногие. Так, блин, кто? Мне нужно самое васянское объяснение из всех, что есть. Ого, секретка. Блин, отстой, супер долго, конечно, долблю. Но, если честно, мне кажется, если бы я не взял свое молоко, я бы еще дольше долбил. Оно еще плюс-минус ничего так работает. Я же умру? Не надо. Я хочу жить.
Дайте жить, мужички. О, мужички дали жить. Блин, мужички, дайте жить, дайте шмоточку какую-нибудь, которая меня бустанет. Пойду, короче, по приколу слезу Людовика возьму. Ой. Так, ошейник на доработке. Я с ошейником на короткой ноге, если что. Он меня много раз выручал. В этот раз исключения не будет, я надеюсь. Сыска будет чаще бить, с большой тезой сопли работать не будет. Ой, это плохо. Животные, моллюски, брюхоногие, моллюски. Моллюск, все, короче, моллюск. Все, ну ты и спросил. Такой-то как моллюск меня устраивает. Сопля точно не будет работать? Может будет все-таки? Если честно, хочется сдохнуть и начать новый ран. То, что сейчас происходит, трэш. Улитка это улитка. Мы уже вроде определились с тем, кто на помасти, это улитка. Блин, это бы я, честно, скипнул. А, да? А почему? Ну, нормас. В принципе, я был не против умереть. Ну, еще раз. Кое-что... Опять отключился. Хватит отключаться, свин, блин. О, планетарий. Нифига. Здравствуйте. Здорово, Бакбояк. Создала биологический спор, у меня телефон разрядился. Да какой спор, там уже все объяснили. Никакого спора нет. Ключик нужен, окей. Почему сразу не подонатить? Ну, я думал об этом. Не хочется, потому что... ХПшка, ХПшку не видно. Надо держать это в голове, моя пожилая голова может этого не выдержать, а лопнуть. Чтобы с этим, с каким-то жертвоприношением быть на ты, надо запомнить ее. Надо ее запомнить. Что она все-таки делает? Потому что я забываю. Она, конечно, пишет, что она дает прямо сейчас. Но мне надо знать, какой я максимум могу из ней выжить потенциальный. Чтобы решать, стоит мне вообще это делать или нет. Стоит ли игра Switch? Коньки ломать не буду. Ключика не будет. Это шутка. Дайте ключик. На коленях прошу. А что если я сделаю так? До босса буду. С боссом. Окей. Я же просто мог себе тут ангельскую прокнуть. С помощью жертвоприношения не прокнул. Ничего страшного. Анимамус. Мамино ожерелье, окей. Нет ключа. Он может заспаунить ключ? Есть, может. Он, в смысле, в каком-то жертвоприношении.
Можно секретку открыть, кстати. Нельзя. Тут довольно много хпшек, да? Я просто очень хочу планетарий. Дайте сундучок. Пикап, в том числе есть хп. Ангельский арт, ключики ангела. Это в основном. Ну, мне все-таки нужно более хорошо в этом ориентироваться. Знать, на каком... на каком проке что будет. Чтоб я знал. Я понимаю, что она примерно дает. Всякие штуки. Такой информации мне недостаточно. Можно, кстати, купить в магазине. Ключ. Шанс. Да я все понимаю. Мне. Я это помню, что там есть. Скорострельность значительно уменьшает персонажа, позволяя ему протискиваться между выстрелами, могут пролететь над персонажем. Кайф. Мне нравится. Сколько у меня хпшки? Две, раз. И два сейчас, да? Все. Больше не буду. Так, за малютку мне играть прикольно будет. А я, если пойду на Хаша, выстрел на 4 минуты потратил, капец. Выстрелы над моей головой не будут пролетать? Фиолетовые. Они же там как-то сейчас странно летают. Еще тирзы 0.7 дает, что круто. Так, времени на какашки, к сожалению, нет. Надо спешить. Будут пролетать, да? Кайф. А, или будут попадать. Пролетать надо. Кайф. Мне хочется на хаш. На хаш и на босс раш. Ну, если честно, 5 минут на первый этаж, это, ну, босс раш мне пахнет вообще. Даже близко это босс раш мне пахнет. Сундук и не закрыл, да? Ну, то есть мой план такой же, идти в сундук. Слушай, можно даже не через ангельскую, я ж на мегастану не иду. Делилиум убить, да, да. То есть на мегастану-то можно даже и не идти. Топтун, не хочу брать топтун. Мне не нравится топтун. Плюс он увеличит мой размер. Удобный, удобный, крутой, чтобы не тратить бомбы и все такое. Но мне топтун часто руинит, я не хочу. Могу себе позволить играть без топтуна, правильно? Законом не запрещено. Будет моя маленькая шиза. Блин, это непонятно, в кого будет бот стрелять, в меня или в этого болванчика. Не знаю, может быть, зря я это сделал, бомбу потратил, чтобы малютку подстанить. Уи, хорошо. Умирай. Дай урон, дай кирзы. Не люблю, но возьму.
Ух ты, что это такое? Сделки сделаем, теперь требуют монеты. Что? Реально такое есть? Не очень люблю глазные капли, но решил взять. Сделки сделаны, теперь требуют монеты, предметы в магазин теперь требуют за старые исходные материалы в магазинах бесплатно, но окружены шипами. Не уверен. Вы знаете, что у некоторых улиток голубая кровь. Прек. Почему бы и нет? Ужасный предмет. Ужасный прям, да? Все, понял, хорошо. Да Twitch болеет. Twitch иногда показывает, сам иногда не показывает. Забейте. Забейте. Блин, все хочу перерисовать смайлики и сделать их просто ровными. Когда я это сделаю? У меня же даже название проги записано до сих пор, который мне Вахбум посоветовал с Димасом. На пару. Надо просто уделить денек. Мне кажется, за денек человек, который никогда ничего не делал, сможет сделать нормальные ровные буквы. Какими-нибудь там линиями начертить просто. Что, с каплями не так? Я уже объяснял тысячу раз. Они делают так, что у тебя один глаз начинает стрелять на 28% чаще. Что это означает? Это значит, что у тебя увеличивается терза. Но что это еще значит? Это значит, что ритм стрельбы, вот этот пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук, он изменяется и становится пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук какими-то рандомными кусками. Поняли? Мне это не нравится. Мне нравится, когда пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук, и я могу эти пук-пук-пук контролировать. А вот этот непонятный пук-пук-пук во все стороны. Мне не нравится. Понятно объяснил? Все поняли? Хотя, по сути, это тирзап. Но вот мне просто с ним, ну, чуть менее комфортно играть. Потому что я просто, ну, чуть хуже контролирую то, куда я стреляю. Потому что у них и изменяется обычный ритм. Что с буквой А сделать? Тоже ровными линиями рисовать? Ну, как-нибудь дугами. Может быть, я просто найду букву Э, типа, ровно нарисованную в сети интернет, которая внутри пустая. И просто на желтый фон ее, бэмс, и все. Типа, и сделаю там толще как-то. То есть мне нужен трафарет, знаете, как детишки раньше рисовали. Раньше у детей в школах такие штуки были, не знаю, сейчас есть, нет. Такая штучка, на которой всякие там буковки, о, а единички, двойки. Чтобы можно было их обводить. Вот мне нужна вот такая штучка для проги. Чтобы у меня была качественная буква Э. Потому что сам я качественную букву Э не нарисую, она будет кривая. А я хочу ровную, красивую, симпатичную. Потому что если посмотреть на нашу букву Э, видно, что она такая кривая. Можно это облизать. Сделать более красивше. И О я переделаю, и Э, М переделаю. Если я научусь нормально юзать буковки, то я смогу. То я смогу какие-нибудь еще сделать смайлики. Смайлики, ну, буквенного типа, так скажем. Проценты тоже я хочу сделать поровнее. Наконец-то сделать проценты больше одного, например. Хотя, возможно, мне придется провести тогда обучающий стрим. Как сабом использовать больше 1%. Так сказать, тренинг провести. Онлайн-тренинг. Потому что, если честно, значки сабов, они уже немножко это, похерились. Похерились, потому что уже много сабов, у которых 5-4 месяца. А сабов, у которых 1 месяц, 2, таких уже просто нет, скорее всего. Хотя вот Бакубуяку, Бакубайки вроде 1 или 2.
То есть, по сути, просто пласт огромный этих смайликов, а там же можно прям на первый месяц, на второй, на третий, на шестой, на восьмой, на двенадцатый. И большая часть просто не будет использована, к сожалению. Потому что сабов таких уже нет, они это переросли. Понимаете? О! Возьму. Хочу ключик. Давай возьму, почему бы и нет. Денис, если ты мне заплатишь, я все сделаю. Бесплатно, бесплатно за деньги. Пук-пук-пук во все стороны. Не контролировать пук-пук должно быть довольно грустно. Да, да. Делать смайли в виде букв, которые как будто вырезаны из журналов. Чтобы мы смогли оставить на них послания. Хорошая идея, кстати, реально прикольная. Надо 32 слота или сколько там букв. В чем проблема использовать просто шрифт? Слушай, проблем никакой, я об этом не задумывался даже. Ты прав, да. Надо просто взять, типа... Взять просто... Ну, хотя нет, проблема есть. Хотя нет, проблема минимальная. Это легко можно сделать, я уже даже представил как. Да, да, надо просто взять букву какого-то в каком-то шрифте, который мне больше всего понравится, и просто сделать из этого смайлик. Да, ты прав, абсолютно. Там это можно будет очень легко сделать и нужного цвета, и с нужной фигней. Я об этом даже не думал. Ну, просто потому что этим не занимался. Где-то Димас рисовал, когда он там что-то пытался еще рисовать. Черный рынок, ну давай. Вдруг соберутся деньги на черный рынок когда-нибудь. Мозговой червь за 7. Блин, а денег-то нет купить его, отстой. Ну ладно, может потом куплю. Что-нибудь поинтереснее другое. 12 минут это пещера. Ну, босс рашем, да, тут и не пахнет, ладно, не страшно. На хаш еще спею. Летающая ваза, это ангел, это ангел. Стыдно не знать, блин. Ой, я же легко могу протиснуться, да? Оп. Блин, этот челебосик, он одновременно и прикольный, и одновременно руинищий. Который козел отпущения, вот эта боксерская груша, которая бегает со мной. Прикольно, что иногда он на себя переманивает, но иногда непонятно, как себя моб поведет. Особенно если моб с чаржами. Может налево, направо, туда-сюда. Проблема в том, что я себя вообще не вижу, кстати. Теперь вот за этой еще и летучкой, которая рядом со мной летает. Я боковым зрением всегда думаю, что эта летучка — это я. Целиться очень тяжело. Блин, как бы круто было бы сейчас с мозговым червячком. Жалко, не выпал. Ну, денег, в смысле, не хватило. Оу, это было опасно. Шанс не хочу терять, вдруг прокнет 22. Может попробовать смотреть на своего персонажа, а не на мобов, которых я стреляю. Может лучше получится. Типа предмет-то клевый. И то, что снаряд может меня перелететь, тоже круто. Фух, вышла из души, так приятно. Обернула, я видел эту пасту вчера. Блин, крутая паста. Я ее хотел отправить к нам в Дисыч. Но вроде так никому не отправил.
Вчера вроде первый раз увидел. Или может позавчера. На днях, короче. Супер балдежная. Так, ребят, вы должны эту пасту модернизировать. Чего вы все ее копипастите? Используйте эту базу и напишите ее про себя. Добавьте что-нибудь. Что-нибудь собственное. Придайте пасте уникальности. Чего все одно и то же пишете? Проявите креативность, блин. Ё-моё, нафиг. Я, между прочим, говорю это как создатель двух паст, которые завирусились. Но они завирусились, правда, в течение 5 минут. После этого они умерли. Но все еще. То есть мне очень нравится писать оригинальные пасты. Хотя, с другой стороны, если просто насрать огромную кучу говна и скинуть ее в чат, быстрый идущий, скорее всего, она тоже пойдет просто по чату. Но я буду представлять, что это потому, что моя паста гениальная. В обоих случаях ее прочитали и посмеялись. Геншин-пактеры, привет, остальным соболезны. А тут уже все геншин-пактеры. Только извер. Только изверу можно соболезновать. Так, вот Ника добавила. Добавила своего в эту пасту. Фух, вышла из душа. Так приятно. Обернула 45 килограмм тела, грудь 3-го размера и член 35 сантиметров полотенчиком. Жаль, сапку слетела. Так хотелось смайлик написать. Взяла какая-то паста от лица пары, но не запомнил содержание. Ну, я думаю, Ник, в принципе, передала более чем. Спасибо, Ник. Вот сразу видно, Ник креативный человек. Такого от нее я точно не ожидал. Она написала что-то уникальное. Сотворила историю буквально. Так это пока, Ника, подожди. Ты уже сегодня зашла. Я уже чувствовал, как ты в твоем голосе как что-то надломилось. Ты такая, да? Я почувствовал заинтересованность. Желание. Через недельку уже будешь сидеть в чате, писать. Так, ребят, нужна помощь. Не понимаю. Кого лучше взять в пачку к... Дзлюку, подскажите, пожалуйста. А мы тебе будем говорить, эх, малютка Ника. Сейчас мы тебя всему научим. Я тоже подправил. Да, извиняюсь. Так, Федопуэр. Ой, надо читать. Фух, вышла из души, так приятно. Вернул 45 килограмм тела и груди такого размера. Полотенчиком хорошо, что сапка не слетела. Понял. Реально исправил. Так, извер. Фух, вышел из душа. Так приятно. Обернул 145 килограмм тела и пивной пузик полотенчиком. Жаль, сапка слетела. Так хотелось смайлик отправить. Я тоже в Геншин не играю. Блин. Так, ребят, у вас что-то слишком много развелось. Давайте вы не будете это... честь чат позорить. Пойдете в Геншин и Пах играть вместе. За ручку. Берите пример с Вавбум, я и горжусь. Она взяла волю в кулак и пошла играть в игру. В лучшую игру на планете, Genshin Impact. Кстати, по моей реферальной ссылке... Блин, вот бы в Геншине была рефералочка. Ой, как хорошо было бы. Даже в Вове есть рефералочка. В Вове есть. В Володах я узнал, что у нее есть рефералочка. Почему, блин, в Геншине нет рефералочки? Там был один раз ивент с рефералочкой. О, клевые штучки. Я бы вам быстренько оформил. Всех бы согнал в Геншин реально. Что-то персонаж довольно медленный. Это, скорее всего, потому что это Магдалена у него 0.85, да, дефолт. Фух, вышел с душа, так приятно
Так приятно. Обернулся 45 килограмм тела и полотенчик пивным пузом. Хорошо. Почему у меня значок сапки пропал? А у меня есть, у меня есть. Да забей, ну пропадают, появляются, пропадают, появляются. Может, потому что платеж сначала прошел, но сейчас тебе его просто вернули? Или вернут? Потому что скажут, что деньги ушли, не нашли адресата и вернулись. Я, кстати, в итоге тянул, получился один бента. Поздравляю, это реально круто. И при этом ты не словил какоми, да? Это очень круто. Я не хотел нагнетать и говорить тебе, что Беннет С0, ну типа Беннет С0 супер плохой, но на самом деле мне кажется, что играть за Беннета С0 это, ну, такое. Особенно, когда есть возможность вырулить С1. Типа С0 Беннет прям, ну он же реально плох, мне кажется. У него просто не будет работать ульт. Почти никогда. Скажите мне, когда у вас такие ситуации случаются, когда у вас персонаж всегда фуловый? И ему не нужен хил. С1 прям вообще топ-топ. В этом плане. В магаз идти можно вдруг сокрыть хордл по дешевой цене. Ой, я вообще забыл. Ты пасту мою прочитай. Я прочитал твою пасту. А, ты новую скинул, да? Обернул попочку, писечку, полотенец, не готова к лизанию. Блин, мимас про попочку, писечку, лизание, он настолько старый. Я обыграл он сидит нормально, у меня идет 23 кхп. Все фоллы постоянно. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть. Но С1 сильно жизнь упрощает. Ты об этом просто даже не думаешь. У тебя просто Беннет, который нормально играется, и все. В какой-то момент миманс про попочку и писечку был вообще тупо-топ. Не миманс, а паста, наверное, да? Слушай, а деду надо, походу, да? Деду-то надо. Твич обновляется? Может быть. Может быть. Лично я жду, когда Твич закроется. И я наконец-то посмотрю свое любимое аниме «Атака титанов» в Дискорде с братьями. Блин, может быть, это новая официальная позиция моя? Я не посмотрю «Атаку титанов» никогда. А лишь в том случае, когда Twitch забанят официально в России. Нормальная тема? Как считаете? А что это за штучка? Непонятно, да? Ничего. Синяя куплю, наверное, куплю. А это что такое? Это глубины первые, вторые? Первые. Ладно, ту маленькую комнатку не пойду защищать, не лень туда бежать. Блин, сейчас у меня такое ощущение, что мой персонаж заносит, как будто бы. Может быть такое? Не знаю, из-за маленькой скорости или типа еще из-за чего-то. А, либо мне, наверное, кажется, что мой персонаж заносит, потому что я опять же боковым зрением думаю, что персонаж это вот этот летающий малютка вокруг меня.
О, терза, хорошо. Выше лимита, отлично. Не буду играть в Genshin Impact, пока правительство РФ не забанит алодов. В таком случае. Нифига себе. Вот, вот это ультимативное. Юля, кстати, сегодня скачала алодов. Сидела в конфетном стримила. Ну, возьму. Я буду честен, я почти тоже скачал алодов. Если бы Димас скачал, то я бы пошел с компанией всем вместе поиграть. Но не. Димас, к счастью, сохранил здравомыслие и сказал, в эту парашу играть я не буду. Я такой, Димас, мое почтение. Я ему говорю, Дим Юрьевич, он мне говорит, Клим Саныч. Потом пришали. Из-за капли выше лимита, кстати, это тот ран с каплями до сих пор? Реально. Подожди, а почему это так работает? Почему капли дают выше лимита? Объяснение можно получить? Капли же терзу не бафуют. На самом-то деле. Как это работает? Блин, клевая шапка, но... К сожалению, поздно она мне пришла. Она открывает или она только подсвечивает? А, она через одну подсвечивает, да, теперь? Дилскрин не хватило, да. Блин, у меня начал уменьшаться хуй. Я не знаю, какие трусы купить. Есть мужики в чате, покажите фотографии в трусах и без. Хочу посмотреть, как сидят на вас. Смешная паста. Адаптация произошла пасты. Адаптация пасты. Так, это уже второй некрополис. Слушай, а можно прям пойти? Можно было бы долутаться вообще. Что, у меня какая минута? На четвертая. В теории могу на хаш успеть. Не уверен, что хаш умрет. Большая проблема, если честно, реально в малютке, которого я взял. Потому что я не понимаю, где я. Я все еще думаю, что я это летучая вот эта херня. Мне нужно прям смотреть на своего персонажа. Постоянно, чтобы не теряться. То есть кому-то может показаться, что это глупость, но на самом деле... Это не глупость. Меня укачивает буквально. Меня постоянно укачивает. Вот, я понял, что это за чувство. Меня укачивает, и мне кажется, что меня заносит, и я пытаюсь... Выруливать из заноса. Хотя на самом деле это просто чел вокруг меня кружит. У вас нет такого? Ну-ка, попробуйте обратить внимание. Сфокусироваться. На мобах именно. Не на моем персонаже, а на мобах. Так, не наверх. Во время замеса именно. За эту большую... Нет. Призвать синих сердец монстров чемпионов при зачистке комнаты боссов чаще выпадают предметы. Приоритетное выпадание предметов, в которых не хватает игроку. Ну, это два синих, короче. Если после босса должны появиться в каком-то дьяволе, появятся обе. Два синих, короче, беру просто. Ключик хочу на мега стану. Наверное, ну, он мне не нужен, но сделаю. Вот сейчас обратите внимание. Сфокусируйте свое зрение на боссе. И при этом думайте, что вы персонаж. Вот меня реально укачивает. Меня укачивает, и я пытаюсь заворачивать. Потому что глаз цепляется за большую модельку Самона, а не за мою. Я не шиз, ребят, я не шиз. Свинотский. У меня же была самонаводка, забыл, ничего страшного. Как-то раз участвовал в археологических раскопках под селом Золотаревка, около Пензы.
городище 13 века. Его разрушили монголы. Так вот, в один из дней экспедиции наш металлоискатель на самом краю дал сильный сигнал. Мы начали аккуратно снимать слой и вскоре нашли 5 серебряных браслетов. Расплющенный медный котел, а под ним удивительная сохранности ларец, внутри которого лежал свернутый пергамент. На нем было написано, что съебал вниз шепстер. Лучше опасно. Понял. Не хочу чувствовать чувство. Не хочу чувствовать чувство. Чувствовать чувство. Блин, значит, не умер только что, когда я это прочитал. Поэтому обращать внимание не буду. Ну кто-нибудь, обратите внимание. Я не больной. Это реально так. То есть я прям реально, меня мутит немножко. Ну ладно, не мутит, но я реально как будто бы в VR-шлеме сижу. То есть меня заносит. У меня нету чувства земли. Меня прям даже Ирл, мне кажется, начинает влево-вправо. Так, Ника пошла загуглила лучшие пасты на Twitch или чё? Сразу видно, что Ника не владеет пастафианством. Она просто бездумно их спамит. Но, Ника, ты должна понять, что пасты — это не просто буквы в чате. Это нечто большее. Нельзя просто отправить пасту и все, и расслабиться с чувством выполненного достоинства. Эта паста, она должна тронуть. Ты хотел пасту. Кто хотел пасту? Я хотел пасту. Я говорил конкретно про пасту, про полотенчика. Чтобы вы проявили изобретательность, потому что вы все начали спамить. Это, в принципе, можно остановиться было бы. Блин, как же меня заносит. Это просто капец. Это один из худших ранов. Вот, серьезно. Мне кажется, у меня мигрень сейчас начнется. Фу. Я понимаю, почему так. Потому что этот миньон больше похож на ГГ, чем ГГ. И твой мозг пытается управлять им. Ну да, 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 да. Типа, и он банально просто больше. То есть, это маленький миньон, за ним теряется. Ну, ты почувствовал фэдопувер, да? Я ж не сумасшедший. Это супер отстойное чувство. Вот реально. Я даже в тех моментах так пытаюсь... Если на секундочку... расфокусируюсь от персонажа, все, я сразу в занос ухожу. А иногда глаз с персонажа, он в сторону, например, пульки резко. Хоп, все, я уже потерялся. Не играю в Айзека, то есть визуально, когда ты просто смотришь, нет, нет такого ощущения. Блин, попробуйте, реально попробуйте. Найти сит вам? У кого есть эти айзекеристы, найти сит? Зайдите. Ай. Зайдите и попробуйте. Либо заспавните себе. Заспавните. Вот эти два предмета. Ангельский звук? Да, найс. Ангельская призма. Ну, к сожалению, нахрен не нужна мне. Может, прокнет как-нибудь. Мне ангельская призма не очень нравится как предмет. О, деду надо. Максимум утерзы 6 стал, да? Это из-за глазных капель, окей. Блин, здесь ресторан побыстрее закончится. 70 мель, один раз пасту скопируй. Сколько волк не корми, все равно пасту скопируй. Я видел вот эту же пасту, только вместо пасту скопируй было написано «пошел нахуй». Очень смешно было.
какое-то время я отказывался от мата в жизни. Сейчас я хочу прийти к мату обратно. Но к уместному мату. Я какое-то время не матерился, и мне кажется, я разучился это делать. Я иногда говорю мат, и меня кукожит от мата. Я думаю, так. Возможно, этого не стоило говорить. Звучало всрато. О, синенькая, хорошо. Ну где? Тут что ли? А, ну выше, извиняюсь. Попутал маленько. Вроде видео или песня такая есть. Может быть, кстати, может быть. Не возвращайся, можно и без мата разговаривать, как я, например. Ну, можно, ой. Можно, но иногда так хочется... Чем-то сказануть такое. Приятное языку. Я смотрю данный стрим по этим причинам. Денис, Дениска, Денисятина, Денчик, Денисочка, Шепстер, Шипстер, Денисик, Денисочка, Шипучка, Шипчик. Шипучка и Шипчик. Неплохо, кстати. Слушайте, ну-ка. Вот с этой пастой можно поиграться. Хорошая паста. Я таким занимался уже. Это очень прикольная паста. Особенно если у вас есть какой-то бэкграунд с другом, например. И такую пасту про друга написать. Я про друга написал, используя кучу всяких локальных мемов. Не просто, типа, имя видоизменять, а использовать разные... Ну, не обзывательства уж, а всякие там, не знаю, не клички, а какие-то прозвища. Или типа того. Ну и оригинальная паста про Пуджа тоже нормальная. Я ее два раза переписывал. Один раз для друга, а второй раз про... посыл был такой. Я люблю какать по этим причинам. И я приводил всякие синонимы слова какашка. А также сексуальный с Дэном и Шепстером. Так и есть, да. Можно мне випку за это? Нет. Сфин запустил раз и проверил, действительно слегка путает, но довольно незаметный эффект, если честно. Незаметный? Не, это прям вообще капец. Может, у меня и вестибулярка слабая? Потому что я никогда не концентрируюсь на персонаже, если что. Я концентрируюсь на боссе или на мобах. В этом дело? Может быть, ты, например, концентрируешься на чем-нибудь другом, не знаю. Ой. О, они просто надо мной пролетают. Кек. Удобно. Слушай, они все надо мной пролетают. Какая балдежка. Может, просто АФК встать. Так, хочу ли я ловить еще одну ангельскую, либо я куплю... Эти две, наверное, куплю. И эту, да? А почему нет? И что мне сделать? Хочу и куплю, блин. Так, мне надо в сундук, правильно? В сундук. Я взял полароид? Взял, молодец. Шипучка-шипчик реально круто звучит, мне понравилось. Да, да, мне тоже показалось. Просто у меня вестибулярка, ну, такая, типа. Мне бы хотелось сказать, что она нормальная, но на самом деле нет. Не очень хорошая. Не то, чтобы я когда-нибудь в жизни на это жаловался, но, например, это хорошо чувствовалось в баскетболе. Ну, не хорошо, но было парочку моментов. Когда ты, например... Под кольцом крутишься, вертишься. И я иногда это... Там же нужно как-нибудь стрейфануться влево, вправо, прыгнуть, пукнуть. А потом еще и мяч кинуть. А я уже все, я уже в другом измерении.
Я влево-вправо, все, я умер. О, блин, что за навал происходит? У меня 20 кабалов. Как их вывести? Мне надо наз... Так, Ника. Хватит, пожалуйста. Ты что хочешь? Ты хочешь найти какую-то супер смешную пасту, чтобы я посмеялся и сказал, ну все, Ника, випка тебе полагается? Или что? Что ты мне этими пастами, блин, закидываешь? Твоя випка на Фейдапувере надета, кстати. Он ее растянул, скорее всего. Хотя я боюсь представить, что с випкой было после тебя. Это останется теперь только между тобой и Фейдапувером. Повешенный. Слушай, я возьму открытие всей карты и с собой его вынесу на Next. Нормально будет? Как вынести? Никак. Их можно вынести, если нужно. Один к одному, пожалуйста. К этому я открыт всегда, ребят. 20 тысяч рублей, все, 20 тысяч баллов вам закидываю. Мне правда очень хочется денег. От плача я пукаю. Ой, не зря ли я эту штучку взял. От плача я пукаю. Крутое название предмета. Кто еще от плача пукает? О, кайф. Мало того, что я смешно пискнул, так мне еще и сердечко... Кэшбэк, так скажем. Рару машина была. А, это и в секретке взял. Я мог какой-то... Да, слушай, реально мог. Не подумал даже об этом. Увидел пук и взял. Не знаю, я почему-то некоторые вещи в Айзеке бездумно делаю. Что бы ни происходило, я просто пук-пук-хрюк-пук-хрюк, все уже, все. Поэтому я так часто плачу. Випочка за попочку писечку дает? Да не прекрати. Даров, Распирит. Даров, спасибо за рейд. Никаких попочек-писечек, все. Отменяется попочки-писечки. Ложка дорога к обеду, понимаешь, Ника? Что делал я, рассказывать? Forest Spirit, во что играл? В Elden Ring? Сколько прошла? Много? Я уже почти эту игру приобрел себе. Думаю, на этой, может быть, на следующей недельке сорвусь. Если в World of Warcraft не уйду с головой играть, скорее всего, в Elden Ring схожу. Нет, попчик и писечек. Зря рейдились. Факт. Играю стрелет просто 20%. Да. Нифига. То есть там реально можно бегать, прыгать, да, балдеть? Так, ну я всех беру, наверное, да? Пук. Самолодку оставлю, скорее всего. Можно просто на босса сходить. Можно пойти зарашить босса, и только в случае, если прокнет делириум. Слушай, Извер, или кто-нибудь это, айзековеды. Если делириум прокнул, я вышел из комнаты. Делириум исчез или остался? Это важно. Если я убью босса в сундуке в золотом, ну типа мейн босса этажа, и там прокнет делириум, а я выйду, чтобы долутать этаж. О, найс. Хотя это минус скорость. О, найс. Это хорошо.
куплю скорость. Делириум закрыт. А, точно. Все, извини, молодец. Последняя паста. Хорошо, все. Привет, начни играть нормально, потому что папа... Все, я закончил читать эту пасту, ее Ксюша отправляла уже. У нас? Нормально у нас. Играю в Узика. Запускаю стрим с пятого раза. У тебя, кстати, нету проблем с тем, что у тебя запускается стрим с дикими дропами на автоматическом, типа, выделенном сервере в настройках OBS. А то у меня никто, ну, нет особо знакомых стримеров, не у кого спросить. У меня за последнюю неделю так уже два раза было. Я запускаю стримы, просто величайшие дропы. Я пытаюсь поменять сервер, ничего не меняется. Типа, перезапускаю интернет, ничего не меняется. И просто со временем, само собой, как-то это... распукукивается. Да мне хочется знать, все-таки это что-то с моим интернетом? Хотя я ничего не делаю со своим интернетом, чтобы это исправить, и оно просто исправляется само собой. Либо это Twitch чем шакалит. Ну или не Twitch. Все, Ника, ты оставляешь, да? Попытки. И правильно, хватит. Было без лагов три последних дня. Так, это какой-то у вас локальный мем, по всей видимости, да? Чё, лагало, в смысле? Или лагало по каким-то другим причинам? Или норм, или чё, или кто? Расскажите, поясните. Не понимаю. Насколько, кстати, Elden Ring хорошо оптимизирован? Такой ещё вопрос. У меня не очень мощный компудактер. Но я не теряю надежды, что Elden Ring в нем запустится. Хотя Секира, ну, отвратительно шел просто. Я буду машинить до конца своей жизни на оптимизацию Секира просто. Сделать болит глаз, а где болит непонятно. Что значит болит глаз, а где болит непонятно? Иди к врачу. Что ты хочешь? Какой ты еще хочешь совет получить? Приложи глаз к монитору, Ника. Сейчас я это... использую космическую энергию. Излечу его. Приложила? 10 минут так сиди. Там есть пролаги на больших локах? Но независимо от мощности спеки они есть, так что должно быть норм. Меня смущает Open World. Потому что жесткий диск у меня такой. Пожилой, скажем. Иногда он уже выдает предсмертные хрюки, как мне кажется. Ну не предсмертные, но такие. Хрюки среднего возраста, скажем. Выше среднего, возможно. Я боюсь, что большие локации просто добьют его. И будет отвратно работать. Ну, в любом случае, для себя, наверное, поиграю. Если уже не на стриме. Dark Souls я все-таки люблю. Недавно, кстати, прошел, знаете, первый Dark Souls. Без смертей. Буквально вот на этой неделе, два дня назад или три. Ну была одна смерть на Сити, но это та, которую нельзя задоджить никак, если вы шарите. Осадочек остался после этого, потому что ее задоджить-то можно на самом деле. По спидранерской стратке, но мне было лень этим заниматься и гриндить. Пук.
Стой, погоди, его вынимать надо, или пусть остается в глазнице? Пусть остается в глазнице. Ты, ребята, Pantone Hall Night пройдешь. Так. Ника. Вот, честное слово, вот сейчас бы включил и прошел. Но я просто не хочу вот это вот, чтобы потом на тебя пальцем показывали, смеялись над тобой. Я не такой человек. Эти игры покупать скорее SSD, если... Да, да, да. Я не знаю, они уже подорожали, скорее всего, подорожали. Блин, давай. Не-не-не-не-не. Я добряк. Чё остался? Хаш, Матерь, Бист. Самые неприятные боссы. То есть, на Магдалине можно сидеть просто и крутить раны раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом. Можно Магдалинку, в принципе, оставить тогда пока. О, Иуда. Чё не закрыто? Делириум, Мега Сатана, Матерь. Делириум, Мега Сатана, Матерь. Иуда через ангельскую. Делириум плюс Мега Сатана. План такой. Может, амулет Кьюфани? Да ну не. Ой, как хорошо, я на большом персонаже. Господи, я в раю. Я вижу персонажа, он передвигается на ногах. Кайф. Вчера моя бека стоила 250к, сегодня уже 175. Привет. Сидит, скучает. Вифания будет, знаешь, из-за сколько лет скучать? Не, когда-нибудь я расчехлю Вифанию, это факт. То есть мне придется. Но просто сначала же я играю на тех персонажах, на которых мне нравится играть. Вифания — это не одна из них. Хотя там можно, наверное, интересные синергии, да, с книжкой найти. Но что-то как-то мех. За Вифанию нельзя урон получать. То есть все... О, идеальный предмет, обожаю. Вой, это что? Вой, это секретка, да? Да. Очередь на поинтовиках. Ой, очередь там заказана на 4 месяца вперед игры, если что. Хэп-ап в пирюльках. Ага, я сегодня уже одну пирюльку съел на хэп-ап из Вер, помнишь? И где она? На уголку внизу или на уголку слева? Блин, тут еще и место такое дурацкое. То есть нужно прям знать, где ставить. Угу. Будем считать, что я попал. Я мог от двери прочертить. Пс! Ну, походу, внизу было. Ну, все, плюс тилт. Внизу бомба. Просто в молочко. Она, очевидно, внизу была. Точно не справа. Игр там что-то около 24. Можешь открыть вон Google Doc и посмотреть, там почти все игры добавлены, которые мы заказывали. По порядку они там стоят даже. Камера вот тут стопается, но вот здесь она, камон. Ну, прям тут. Ну, просто чуть-чуть левее, ну... Ладно, это Айзек. Ой, спешил. Брать не надо было. Шипучка, может, ты сделаешь поинтовики не только по воскресеньям, но и по пятничным, например? Но я завтра планирую поинтовик подрубить. И в субботу, и в воскресенье. Есть такое. Игр реально много. И мне хочется немножко разбавить их. Потому что они все копятся, и копятся, и копятся, и копятся. В декабре, если кто-то помнит... Предновогодняя неделя была вся поинтовая, если что. Я каждый день играл в поинтовые игры. И в Айзека.
Как минимум одна поинтовая плюс айзик был. Ну, две поинтовые плюс айзик. Так что, может быть, как-нибудь сделаю поинтовую недельку. Элдринг был? Не, не было. Не проще другой комнате зарать было, там, понятно, где центр. Ты прав. Колечко Элдена. Блин, Ника, мне кажется, где-то в другой вселенной живет. Только что говорю, Элден Ринг, возможно, работать не будет. Что делать Ника? Заказать Элден Ринг. Не, спасибо. Если что, правило такое, если я Элден Ринг запущу сам, до того, как дойдет до твоей очереди, а такое может быть, такое было несколько раз, когда я хотел поиграть в те игры, которые мне заказывали, и играл до очереди, ты просто можешь перезаказать игру, типа очередь с тобой остается, если что. Перед экзаменами. Когда у тебя экзамены? А ты что сдаешь? Ты ЕГЭ сдаешь в этом году, да? Или смысл? Или какой это класс? Или этот? Или ты сдаешь экзамен из средней школы в старшую? То есть из 4 в 5 класс. Колечко Элдена. Я натыкаюсь все больше и больше уже на какие-то клипы из Элден Ринга. Так все прикольно выглядит, такие разные локации, куча разных оружий, все такие красивые, симпатичные. То есть можно просто заказать Азрика, чтобы место застолбить. Не-не-не, ну-ка, не-не-не. Такое не пройдет. Столбить место точно нельзя. Если кто-то так сделает... О, псимуха, это будет свинство. Я не всегда могу понять. Например, вы там закажете какую-нибудь супер всратую херню, которая не работает, блин. И таким образом меня обманете. Но нет, так делать не надо. Если не знаете, что заказать, лучше ничего не заказывайте, чем заказывайте фиг знает что. Справедливо, мне кажется, более чем. Я не очень хорошо отношусь к тому, когда люди просят игру поменять. Иногда бывает такое, конечно. Особенно, когда ты ждешь свою игру 4 месяца, например. Ты ждешь свою игру 4 месяца, и, естественно, ты можешь уже перехотеть. В принципе, я бы мог в каком-то отдельном случае, наверное, сказать, ладно, давай исправим это. Но такое себе такое. Потому что это реально потом при какой-то момент я один раз так сделаю, два, три. Хочу Alt F4 нажать, кстати, сейчас. Так, разве не тут? А-а-а. Окей. Как можно было здесь получить? Дурацкая комната говна. Сегодня была в локации, как в Японии во времен стене клинов бегала. Балдежно звучит. Ой, чих, ну сейчас подождите. Селеста была? Да, Селеста была. Селеста была, и она мне... Она мне не... А я бы ее, может, прошел? Для себя, может быть. Такое могло случиться как-нибудь. Но вообще, да, вообще... Я бы не сказал, что она не зашла. Не зашла, громко сказано. Она, в принципе, миленькая. Но ощущение персонажа мне не очень понравилось. Блин, я откладываю себе этого мегастану в ящик.
Дров посыпь, 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 посыпь. Хороший ран, хорошие вещи выпадают. С вельзимухой на мегастану вообще кайф прийти. Минус 50. Спасибо, папаша. Если я умру в этом ране, шанс 99% примерно. Я отправлюсь в Тилтрен. Знаете такой город? Вот я буду в нем. Опа. Где ж ты раньше был? Супер класс. Тырь. Тут что ли? Что? Подожди. Ну, если по мини-игре я здесь криобомбу поставил, я эту игру крутил, вертел и переворачивал. Либо она заспавнилась над золотой, но... Не-не-не-не, она заспавнилась там снизу, да? Что происходит? Собака с ума сошла или что? Что она воет? Или я опять не попал? Я сейчас заору и вырву оставшиеся волосы из головы. Которых и так сосчитать по пальцам. Так, собака сошла с ума, ладно. А нет, не сошла с ума. Все, 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 откат. Откат машины. Я сначала не понял, но теперь я понял. Стример косой, не-не-не, не косой. Просто география такая. Странного типа. Сложилась. Так, если честно, я никуда не спешу, мне же не нужен ни хаш, ни хряш, да, так что я никуда не спешу, и на супер чили, иду вниз, лутывать старые комнаты, там лежит бомба. Тут же сверху есть? Ну ладно, тут я косой, но только в этом случае. Надо, наверное, в челлендж, да, зайти? Давай, Ник, спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи. Тут 100% криво. Ну, ладно, ладно, в той ситуации согласен, там реально криво было. Ника, скажу, что тебе больше всего шел Роза. Масло не хочу. Цвета крови. Это не цвет крови, это коричневый. Розовый больше всего подчеркивал характер Ники. Да, в каком-то смысле. О, старый добрый Никри в этой чате, смотрите. Сейчас буквально...
Минута две она опять напишет про... про жопу, про... пинус. Еще про что-нибудь отвратительное, мерзкое. Пупочка шипстера, в смысле, так не мерзкая. Если говорить о мерзком. Все, понял. Пупочка шипстера — это, блин, самое милое, что у нас в свете есть. Жизнь нового листа. О, нифига себе, давай, Ника. Попробуй. Насколько тебя хватит, интересно, начать жизнь с нового листа? Как быстро ты сорвешься? Слушай, нормальная темка. Можно взять и смело во всех комнатах юзать. Под босса книжка всегда будет. Очень удобно. Так, тут камушек. Запомните, запомните этот камушек. Когда я найду бимбус, я сюда вернусь. Когда главное книжку не нажимать, не забывать нажимать. У меня 45 монет, нифига себе. Это когда я столько нашукал уже. Господи, Ника начала жизнь с нового листа. Я очень хочу, чтобы моя любимая Денис Шепстер засунула мне в рот свои сладкие ножки и смачно... Блин, все, Ника. Иди спать, реально. Иди реально спать. Знаете, увидев эту пасту в любом другом чате в подходящее время, я бы, скорее всего, посмеялся, может быть, даже улыбнулся. Но прочитав это в исполнении Ники, мне стало грязно на душе. Мне захотелось помыться. Кринжанули? Кринжанули, нормально как. Первая дьявольская, кстати. Во вторых пещерах, господи Иисусе. Ну... что-то мне подсказывает, что я не соберу себе. Проходку на мегастану, да? Такая-то информация поступила. Оу, еще деньги. Блин, бимб нету. Симушкой так хочется на мегастану. Это же просто фривин. Ну не фривин, ладно, но... она будет очень кайфово. Хоть она и фиксшенная уже.
Сколько прошло уже лет? Ну ладно, наверное, еще год не прошло с выхода Репитанса, да? Я просто подумал, мне кажется, я до конца жизни буду говорить: ох уж эта псимуха фикшная. Даже пройдет год-два, и все равно буду говорить: фикшная. Как будто это вчера было. Активный предмет можно зарядить дважды. Ну слушай, нормальная тема, кстати. Это будет интересно работать с моей заколкой. И в теории я смогу поменять, да? Слушай, нормально, под какую-нибудь комбу, может, зайдет. О, бимбочку, точно. Я, наверное, даже потрачу это не на вскрытие секретки, а на то, чтобы вскрыть камушек. На то, чтобы вскрыть камушек, который был... Я помню где, где-то наверху. Потому что там может лежать синее сердечко, которое меня сильно спасет на следующем этаже. Правильно? Правильно. О. Блин, денег куча, конечно. Может, поддонатить чуть-чуть? Кстати, недавно проверил, что реликов можно закрыть, даже пропуская дни, на 5 подряд. Да, странная фигня. Под ком-то... Да не, я помню, что где-то будут наверху. Вон, вон. Найс. Все? Вроде все. Хотя... Можно. Опа. Кэшбэк. И где еще? Тут? Нет. А где была? Была же где-то. Внизу, наверное, да? Или наверху? Ух, инсульт. Здесь. Блин, нам тут может быть слишком в большом количестве мест разных. Етить. Так, ребят, топ-10 доказательств существования бога только что случились на стриме. Видели это вообще? Мало того, что я угадал, имея всего две бомбы, так еще здесь оказалось три синих и ангел. Нормально все? Шахмат 300. Ну, сейчас это даже похоже на победку, если честно. Сейчас будет большой шанс на ангельскую на следующем этаже. Под 80, да? Почему 39? Я не понял. Только что было 39, и опять 39? У меня же она не прокола. Я шиз? Или что случилось? А, там первая дьявольская прокнула. Все, да-да-да. Там была первая дьявольская, мужички, я вспомнил. Ничего, синих? Нет. Синих не будет. Надо какой-нибудь предмет купить на ускоренную зарядку книжки, чтобы я мог прям в каждой комнате ее жать. Супер кайф будет. Да, дерзапа в пилюльках, кстати. Так, все, извер. А, блин, адепт пилюлек положительных. Мне кажется, я уже не один раз доказал на стриме, что пилюльки, блин, исключительно отрицательные. Шансом 90/10. Каждый раз, когда я собирался взять пилюльку, она всегда была отрицательная. То есть, ну, это факт. Я пытаюсь отступиться от своих принципов. И жизнь сразу дает мне плюху, говорит, еще, блин, псина.
С раньше кулитка по клаве ползла. А я бутеры делал, а она тут такую гадость источила. Я за это ее в домик. Но этот, кругляшок сломал. Теперь слизняк, простите, пожалуйста, ребят, реально неловкая ситуация. Я даже не получил запас, если честно, переделанная. Ну ладно, хорошо, Ника. Давай, спокойной ночи. Иди спи уже. Готовься к экзаменам. Уже прям сейчас. Ой, неприятно получилось. Сегодня какой-то... А, ну вообще март еще, можно не готовиться. Посмотри на меня, Ника. Я пример человека, который не готовился к экзаменам. И где сейчас? На вершине мира. Задумайся. Может быть, вместо экзамена ты просто потратишь 2 месяца на то, чтобы рисовать фурий? Теперь Никс Вовбум путаю? Есть такое, да. Но Вовбум уже розовенькая. Пришли перемены, извини. Нужно привыкать. Девочки, одни, видишь, ищут свой стиль. Новые костюмы мерят, переодеваются. Мы помним и любим их в любом виде, но они постоянно пытаются преобразоваться, понимаешь? Постоянно ищут в себе изъяны. Девочки, вы прекрасны, не ищите в себе изъяны. Стримы и слушать одну ебанутую. Да, это, кстати, это да. А я готовился, я теперь топ-саб-гифтер. Ну... Ника, топ-саб-гифтер, это, конечно, хорошо. Ты не знаешь еще закулисных вещей всяких файдапуровских. Не думай, что он настолько чист. Здравствуйте, мы из модерации Твича. Проводим проверку стримов на знание по платформы. Все забанисла повторятку. Ой, реально, как бы, вот... Помните, я вчера Юле написала пасту, и я пошутил, что как будто бы Юля — это бабушка, которая зашла в интернет. Нет, Ника — это бабушка, которая зашла в интернет. Юля, если ты меня слышишь, прости меня. Я был неправ. Бабушка — это Ника. Я дедушка. Ну или дедушка, да. Это же по желанию. Исключительно. Сколько я с тобой силу таскать буду? До самого конца игры? Если бы на Твиче можно было бы кидать картинки, то весь чат был бы в открытках. Нифига себе. Это Фейдапуэр пытается... Он пытается показать, что он добряк, но мы это знаем. Мы это знаем. Сегодня Ксюша, она буквально со слезами на глазах говорила: «Фейдапуэр, зайди в конфу». А знаете, что Фейдапуэр сказал? Он сказал: «Я работаю, у меня совещание». Но я в шоке. Как вообще можно, ну... с этим человеком общаться после такого? Бедную Ксюшу. Вы Ксюшу вообще слышали? Ксюша — это ребенок в теле взрослого человека. Но Фейдапуэр никого не щадит. Он сказал: нет. Нет. У меня совещание, господи. Какое совещание? Неужели совещание дороже, чем слезы ребенка? Так, ну эту карту не буду брать, наверное. Я бы мог что-нибудь открыть, но зачем? А, подожди, а эта карта не открывает там, не знаю, босс Раш, что-нибудь такое? Хаша? Я про кринжовые открытки. Блин, мне недавно пришла кринжовая открытка, кстати. Меня поскукожило. То есть она мне не иронично пришла. Мне не иронично отправили открытку. Давно с вами такое случалось? Ну, такого картиночного типа. Я, ну,
я буквально не помню ни одного раза в жизни. Тут недавно мне пришло, я такой... Ох, это удар по... кринжлизёнке. Открывает босс челлендж. Хаша и босс раш. Открывает босс челлендж. И Хаша. Босс раш нет, все. Услышал, забыл. Извини. Учти. В следующий раз напомни мне опять. Ангельская 39 не прокай. Дайте ангельскую. 80%. После матери. С ангелом. Про заколку не забывай. Да не забывай. Хаша и босс раш не открывает. Только босс челлендж. Все, понял. На каждый церковный праздник от мамы получаю. Он. Не, мне она пришла от человека, от которого я не ожидал ее увидеть, если честно. Мне было бы более чем достаточно просто двух-трех слов. Я добряк, поэтому я сказал. Спасибо. Электрическая цепь. Кстати, прикольно. Но заколка, наверное, поинтереснее будет. Потому что заколка в теории будет работать еще с какими-нибудь предметами интересными. Так, Ника все, она не может успокоиться. Мне кажется, надо помочь Нике успокоиться, как думаете? Надо помочь ей остановиться, пока остановка не стала последней. Лицемер, поэтому я сказал спасибо. Не понял. Карта только двери открывает, понял. Ника, я все эти я все эти пасты видел по 30 раз. В день иногда. Что читать? Я увидел первые два. Привет, я Маша, мне 10 лет, все, я закончил читать. О, Господи Иисусе, только не сапог. Требуется помощь. Я не помощник. В подобной ситуации. Не спасибо, а спасибо и куча всяких сердечек и смайликов. Но я просто смайли фейс пишу. Ты вправе выдать випочку. Как? Иди отсюда. Випочку ей. Я почти никогда никакие смайлики не использую. Ну, разве что в Дискорде, но в Дискорде они сами превращаются в смайлик. Дед не соответствует статусу. Раньше я использовал всякие смайлики. Когда ВКонтакте общался, я помню там парочку любимых, так скажем. Стример такой злой, не хочет выдать маленькой аниме девочке випочку, еще и прогоняет.
Ох, что стример. Не, вовбум, я могу легко соответствовать статусу. Любой церковный праздник жди в Дискорде открыточку. На 8 марта, там, на любые другие. На День Победы скину обязательно. Если не забуду. Дед не соответствует статусу. Я тебе покажу статус. Я мало того, что тебе... А я тебе знаешь что? Я тебе буду не просто скидывать открытки кринжовые. Я теперь тебе буду кидать кринжовые видосы всякие. Какие-нибудь, ну совершенно просто такие, прямо из одноклассников. Я реально зайду в одноклассники, найду видосы и буду тебе их кидать. А когда ты будешь на них не отвечать, я буду писать, чё молчишь? Посмотрела? Смотри, смешное видео. Прикинь, сакура настолько яркая, что ее видно через туман на Цуруми. Прикольно. Не обращал внимания. Стамеска намного лучше будет. Я думал стамесочку взять, может возьму сейчас. Мне тоже можно? Блин, ну вы чё? Или мне столько времени найти? Я сама могу покидать из беседы родственников. Блин, так интересно, ладно. Ты уже искушена этим. Так что нет смысла кидать. Тебя уже не удивить. Это не нанесет удар по твоему кринжмометру. Раз ты настолько прожженная. О. Да, я пойду стамесочку возьму, ладно, убедил звер. Блин, надо какую-нибудь активку найти. Супер крутую. Хотя у меня нормальная активка. Нифига, блин, почти все вдонатил. Где такое видно? Что-то у меня пожилая спина немножко отнимается. Ждите на все праздники и пятницы. Вот, давай, ладно, вот это нормальная тема. Теперь Вовбум ответственная за то, чтобы в Дискорд на праздники открытки кринжовые кидать. Хотя уже всякие праздники-то балдежные, типа там прощальных воскресений, Пасхи всякие, Масленицы, все это уже прошло. А, подожди, не, Пасха только будет еще. Да, ведь? Я ж не ошибаюсь. Так что все еще впереди. Давай, Вовбум. Вовбум, а ты еще и рисовать умеешь, поэтому ты должна от руки их рисовать. Чтобы были красивые. Модные. А еще в умысле забыла на тебе диплом. Ты рано или поздно должна будешь защитить диплом на стриме. Я помню, вы не думаете, что дедушка старый. Дедушка старый, но у дедушки есть блокнот, блин. Перед блокнотом все равны. Так что мне кажется, что я начал как-то медленнее стрелять, не? Я это придумал себе. Максимальная концентрация. Я свинуха или нормальная? Нормальная. Дэмэдж хочу. 80% не прокнули. Вы что, издеваетесь? В каком я мире, блин? Кто я? Где я?
На Пасху оторвалась. Ты отрывайся, отрывайся. Про диплом не забудь. Так, синенькое сердечко, хорошо. Главное его не потерять здесь. процентов М, реально 80% М, вот лучше не скажешь. Неприятно. Неприятность случилась. Еще и червя. Ну за что? Зачем? Еще и двух. Фу. Несиамские близнецы, кстати. Да ёб твою за ногу. Вот сейчас минус 100% шанс. Я готов заорать, если чего все будет. Надо синее сердце срочно. О! А, о, инсульт. Ну, 80 то же самое, что и 100. Блин, ну... Разрушитель легенд, получается, произошел только что на стриме. Получается, что 80 не 100. Как сказал бы Федя Хувер, дисперсию-то никто не отменял, ребят. Так вот нафиг. Федопур фиги не скажет. Запомните, малые. Перелюка Бобов. Нет, эта мысль у меня была в голове, Изер, кстати. Я хотел это озвучить и взять ее, но потом я такой, не-не-не-не, я на это не поведусь. Проходили уже. Проходили уже. Перелюльку Бобов Стилс. Там был бы, была бы пилюлька Balls in my mouth, скорее всего. Balls of Steel полностью серая. Хорошо. Это 100% информация, надеюсь. Так, еще одно только что Христосье чудо произошло. Я задоджил это, я не знаю как. Падла, сдохни. Сколько же у него хп? Страшный капец. 100% шанс, если что, на кону. А че он такой подозрительный камушек? Какой-то весь в пупырышках. Топ-10 доказательств существования Бога, ребят. В очередной раз на стриме. Хочу быть амбассадором христианства. После такого. Амбассадором православия, ребят. Видите, главное верить. Главное верить, все само собой будет складываться хорошо. Целую крестик. Это законно вообще то, что сейчас происходит? Как вы считаете? Я считаю, что это максимально незаконно. То есть я буквально вне закона.
Ой. Извиняюсь. Это меня наказал. Это меня наказал Иисус за хвастовство. И правильно сделал. Так надо пометить. Вот, вот так. Оп, хрюк-пук. Не тут, значит, пук-хрюк-пук. Хрюк-пук-хрюк, вот тут. Это доказательство существования Бога. Да, да, да. Все верно, Бог. Ну, рак, наверное, лучше, чем отравляющий зуб, да? Главное дойти до босса и не просрать синяя. Это что за босс? Непонятно какой, да? Здравствуйте. Ну, вот отличный босс. Почему в прошлый раз мне прокнула огромная личинка вообще? Ты паскудочка. Так, тихо, я на очке, ребят. Надеюсь, псимуха все говно съест просто. Дай бог здоровья. Подожди, это... А, все, я испугался на секундочку. Я забыл, что мне нужны еще босс убить, чтобы получить кусочек ключа. Паскудочка. Клевое слово, мне нравится. Смайлики крутые, зачет. Блин, может, ты теперь будешь только с помощью смайликов тоже общаться? Ну, в смысле, не только с помощью смайликов, но украшать свои сообщения смайликами. Будешь писать, например, «Привет, ребята!» и спамить шарики, вот эти взрывы, типа салютов. В какой-то момент, я боюсь, ты перестанешь это делать иронично. Ты втянешься. Так что лучше не надо. Почему не каменеют? У меня какой-то предмет, который заставляет врагов каменеть? Я не понимаю. А, это батарейка, все. Я понял. Это прокает батарейка. Не пукай, не пукай, не пукай. Отменяю пуки, отменяю пуки. Ой, хорошо, и хорошо камушек пропнул. Фу, ой, потею, блин, как свин. Это кринж-мод будет? Я возьму на себя этот нож, как один из самых старых. Отвратительно, отвратительно. Отвратительно и прекрасно. Надо тогда еще и словечки использовать всякие. Спасибо, Фадапуэр. Фадапуэр джентльмен настоящий. Взял и принял удар на себя. Не дал опорочить во вбум свою честь.
И сам подставился. Вот, это випер, напоминаю. Пример, пример для каждого чатерса. Випер, еще и топ-сабгифтер. Пример. Пример. Примерный чатерс. Берите с него пример, ребята. Все. Чтобы к следующему стриму у каждого было 12 подарочных на моем канале. Слушайте, придумал, знаете, какую клевую штуку? Как вы думаете, куда пойдут подарочные сапки, если они автоматически раздадутся всем моим фолловерам? Они просто пойдут в Twitch рандомно, да? Подарите кто-нибудь мне 10 тысяч сабок, чтобы о моем канале узнало 9800 людей. Круто придумал. Они такие, чё, кто это такое? Пойдем за ним посмотрим. Вау, Денис Шепстер. Ха, крутой стример. За ним мультиварки Редмонд. Ой, как плохо и как хорошо. Зашквар — самое стрёмное слово со школьных времен. Зашквар? Мне кажется, есть слова и постремней, чем зашквар. А, или в смысле какое-то другое слово, ты имеешь в виду? Фолловеры зрители получают, а потом неизвестно. Тоже задался этим вопросом. Ребят, самое время проверить. Но проверить надо, ну, с размахом. Какой смысл без размаха? Например, что, например, Володя? Я не понял тебя. Что мы это, мы разошлись с тобой немножко. Я об одном, ты о другом. Как хорошо, что я на одной ноге всегда с Фейдапувером. Что бы ни происходило, мы с Фейдапувером всегда понимаем друг друга. Фейдапувер, давай, я начну, а ты продолжишь. Ротация Навара. Продолжение в источнике. Слушай, прикольная, кстати, штучка, мне нравится, лапка. Как проверишь, у 10 тысяч на вас спросишь, не помнит ли он, заходил на этот стрим или нет? Так а там, скорее всего, не... Ну ладно, мы не знаем, как это работает, правильно говорят, а? Как проверю? Чё проверю? Чё мне надо будет проверить? Я ничего не буду проверять, я залутаю просто... кучу денег, и все. Т-35 ПВЕ? Так, все, Фейдапувер. Ротация Навара, чарж покинуть тело. Ты чё, блин, ты чё, Фейдапувер? Хорошо, хороший смайлик Фейдапувер, реально. Хорошо, хорошо отражает ситуацию. Я один всегда вов играл, не было никого мем потравить. Блин, Фейдапур, время исправлять. Я, если честно, сейчас после стрима на серьезных щах напишу Юле и Димасу. Ну, скорее Юле, Димас там уже сам, наверное, подтянется. По поводу влететь поиграть в БФА. Там рейд X11. Поэтому Фейдапувер, как бы это... Присоединяйся. Нас будет четверо. Нам нужен пятый бравый тиммейт. Заговорился, блин. Обрадовался, что Фейдапувер будет с нами играть в вов. Расслабил жопу и получил туда сразу. Пробитие.
Так, я тут все черепки взорву нафиг. Мне нужны хпшки. Знаете, что я заметил? Собака ни разу не погавкала. Какого черта? Почему собака ни разу не погавкала? Это нечестно. Я не услышал просто. Продолжение интересно, спрошу своего секрета, есть ли слот в мае? Какой в мае, блин? Слот должен быть завтра, в 3. Не, ну там вообще тяжело будет играть. Там Сережа играет, но Сережа играет в вечерний прайм. Он с работы приходит, Ксюша сказала, где-то в, ну, грубо говоря, там в 6, в 7. А я в 8 стримить иду. А я бы пошел чисто ключи позакрывать. Чисто посидеть, попердеть, ключи позакрывать. С высокими рейтами, чтобы много времени на прокачку не тратить. Было бы супер весело, мне кажется. Чисто реально влететь на недельку. Потому что, откровенно говоря, никто не будет играть в WoW на сервере... На сервере нашего города, так скажем. По бесплатной подарочной дружеской карте. Типа сейчас бы в офисе сидеть на серьезных щах играть, о чем речь? А вот чисто влететь с большими рейтами, быстренько качнуть персов, собрать метовую пачку из 5 персонажей и просто забалдеть в ключиках. Там же такие балдежные ключики. Малютка, не убивай, мне нужна сила на следующего босса, на суперстану. Я работяг, с ним тяжело будет. Да понимаю, на самом деле. Это я так, вдруг у тебя реально проснулось желание поиграть. Ты еще работяга такой, у тебя тоже прайм своеобразный. Такой вечерний ночной, ночной даже скорее. То есть тут в такой ситуации даже 5 человек тяжело будет собрать вместе в одно время. Ну, это моя несбыточная мечта просто. Собрать реально 5 людей, при этом чтобы это были приятные мне люди все. Такие друзья, товарищи, приятели. Без рандомов и ключи закрывать. Ну, это же просто счастье. Это же просто реально такая балдежка. А я в целом оплачивал 2 месяца, поиграл 2 дня. Второй месяц забыл. Понимаю. У меня лежит жетон на черный день, если я сорвусь жестко. О, бридж. О, я хочу все. Ну, от жутко брать не буду. Это брать смысла нет. Беру, скорее всего, бам плюс бим. Надо какие-то шпотки искать, да? Все еще довольно слабо. Все еще довольно слабо. Экспириенс просто игры на WoW циркуле тоже, он такой. Мы пробовали один раз, я уже рассказывал. Нас хватило на 2 дня, мы просто... изрыгивая... массы рвотные побежали на офф играть. Где? Тут. Блин, как все плохо. ХП нет, малютка, дай ХПшку. Дэмэдж тоже что-то нихера нету. Пососу, походу, я на стане. Это я просто взорву, вдруг HPR выпадет. Хотя сила есть, которая мультиплай даст. Зачем я сюда зашел? Мне этого не нужно было делать. Я по сути просто ХП потерял только что.
Потому что навряд ли я убью босса без урона. Зачем он мне нужен? Они у меня убиты уже все. За него даже шмотку не дадут. Дэмджа прям маловато. Хотя, казалось бы, Бримич плюс 15 урона. Минус одно сердечко. Нет. О, минус одно плюс одно на самом-то деле. Так, главное сейчас в делириума не провалиться. Хоп. Ну, серьезно. Этого не было. Хочется закончить на положительном ранчике, а не на смертельном. Плюс закрыл бы себе и то, и все. Еще и на делириума есть шанс сходить. Блин, еще изнуть силу? Ну не-не, лучше, мне кажется, умереть здесь. Лучше умереть здесь, чем... Юзнуть силу, а потом умереть на мегастане. Без силы, мне кажется, на мегастане я ничего сделать не смог. Ладно, буду закругляться. Просто потому что довольно поздно. Не получилось пораньше подрубить. Маленький стрим получился, нормально. Нормально побегал, Айзек все-таки это... Маленько себя по чуть-чуть изживает. Все еще, мне так кажется. Просто реально поздно, я подрубил с опозданием аж в 2 часа, если что. Просто потому что не получалось. Только настроился в Кенш, чтобы поиграть. Так играй. Так и играй. Кто будет попукивать на фоне? Есть желающие попукать фейдапуэру на фоне? Может, кто-нибудь стримит? Надо будет, знаете что, напомните мне, пожалуйста. Может быть, кто-нибудь зафоловлен? Мне надо зафоловиться. На Forest Spirit. Она приходит рейдить нас. Уже, наверное, раз в 5-й. И надо бы подобное провернуть тоже. И зарейдить ее как-нибудь. Если мы состыкуемся по времени. Вдруг кто-нибудь когда-нибудь увидит. За это, я так понимаю, у нас какая-то игра будет. Ну, поинтовая, может быть. Не уверен. Посмотрим, короче. Посмотрим. Может, поинтовая. Я зафоловлен. Ну, вдруг в фейдапуэр я буду оффать стрим когда-нибудь, она будет стримить. Пукни мне, если не забудешь вдруг. Я бы ее с удовольствием зарейдил. И посмотрел бы, чем она занимается вообще. А то она приходит, я себя чувствую немножко неловко. Надо бы тоже. Все, короче. Маленько посидели, завтра стрим. Возможно, поинтовый. Может, не поинтовый. Посмотрим. По настроению, по желанию, по подготовке. Посмотрим. Все, давайте. ББ. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Ну, если Twitch, конечно, не забанят. Если Twitch забанят, ребята, заходим в Дискордик. Там вот только титанов будем смотреть ее. Все серии. За день.